Господа, всем привет, продолжаем прохождение игры Little Hope, темные картинки. Судя по всему, в прошлой серии случился какой-то косяк со звуком. Что это, блядь, такое, я понятия не имею. Как это исправить, тем более. Поэтому уж как записалось, так записалось. Вроде бы в этой серии проблем таких быть не должно. Сейчас скример вылавливаем. Нанах. Почему там написано W, если нужно дергать гребаной мышкой? Это я не понимаю этого. Рейнольдс. Little Hope, полицейский участок. А это кошечка? Серьезно? Кошечка, вот эту черную кошку, которую мы видим. Это как раз таки вот этот вот Рейнольдс. Прикольно. Открывай ворота. Заперто, естественно. Ну и ладно. Да и хрен бы с ним. И не сильно-то и хотелось бы, честно говоря. Что у нас здесь? Опа. Камеры. Потрясающие. Что здесь? Дрын какой-то. Забирай. Да какая двойка? Ты чё? Как? Что? Я все потерял. Ну и ладно. Потерял, да и ладно. Кто ж тут сидел, интересно? Так, ну ладно, тут больше ничего нет. Я так думаю, что отсюда можно спокойненько выходить. Камера, ты повернешься сегодня или нет? Я не вижу вообще ничего. Закрыто. Да я счастлив. Давайте вываливать отсюда. Я не вижу тут ни единой причины, чтобы здесь остаться еще. Хотя бы на долю секунды. Дальше пошли. Я не знаю, куда ушла. Ага, вот Джон. Опачки, папулечки. Чё тут такое? Осмотреть. Старая ведьма. Прекрасно. Замечательно. Так, чуть-чуть дальше микрофон от себя отодвинул. Это отсюда мы, судя по всему, залезли? Нет. Ничего. Ищите. Подобного. Да, подожди. Ага, почетная грамота выдана полицейскому участку. Угу. Грёбаный карвер. Какой-то этот карвер. Ну, прям, ну, не знаю. Стрёмный чувак. Тут что-то лежит, я вижу. Осматриваю. Опачки, рация, это полезно. Вот говно. Думал, что это выход. Ага, она нахрен отрубленная. И сейчас, как в Spec Ops The Line, по отрубленной рации поболтаем с кем-то, да? Ну все, валим нахрен отсюда. Сделать здесь больше нечего, судя по всему. Это мы уже осмотрели. Поехали дальше. Вон там еще что-то светится. Блин, мышка, иди нахрен отсюда. Ага, это нафиг выход. Я понял. Ну и валим нахрен отсюда. Ага, конечно. Свалили. Замечательно. Так, что-то здесь было. Да? Или это глюки у меня, да, такие? Ну, это, видимо, глюки. Хорошо, ладно. Так, это мы посмотрели. Что-то должно быть. Да, подожди. Телефон. Осмотреть. У нас победитель. Вот телефон. Ты его даже не проверил. Это может быть выход. Гудка нет. Ну вот, я же говорю. Черт! Ого! Эй! Полегче! Псих! Может, хватит реагировать на неудачи, как ребенок? Вот именно. Вот тут. Смотрите, провода нет. Да ты что? Тут где-то должен быть кабель. Да, конечно. А где же... Ой, бля. Какой-то Джон ты какой-то такой. Что у нас тут? Есть куда здесь пройти, нет?
Ну, видимо, нет. Ладно, валим нахер отсюда. Где мы еще не были? Вот мы здесь не были еще. Последняя дверь, кажется. А может и нет. Кабель? Нет, это не кабель. Вверх. Держу вверх. Вот W держу и все. Это называется S. Держу букву S. Ну, бред какой-то, а. Что это за рук? Ага, луна, прям как из лунного камня. ТК. Сокровище хиппи. А, хиппи. Ладно. Ну и где я, по-вашему, должен найти кабель? Бля! Что это? Рот еб, наоборот, блядь. Страшно. Ну подымай, чё ты? Да подымай, подымай. Как думаете? Ответить? Ответить. Дайте я. Осторожно. Спокойно, профессор. Это всего лишь телефон. Я не должна быть здесь. Что-то слышно? Женщина. Она очень расстроена. Попробую успокоить говорящего. Истерикой мы ничего не добьемся. Может, скажете, чем вы расстроены? Вдруг передо мной возник мужчина. Я не приметила, как он подошел. Я испугалась. Прежде он мне не встречался. Его одеяние и говор были мне незнакомы. Суть его речей я не уразумела. Я не ведаю, откуда сей мужчина и чего ему надобно. Я не могла уразуметь, о чем он толкнул. Ладно, ничего. Я помогу вам, если смогу, только... Скажите ваше имя. Меня ложно обвиняют в злодействе. Блядь! Отпусти! Ну, класс. Чё это за инквизиторы там стоят сзади? Дэниел? Тейлор? Подойди. И услышь меня. Да ты заебал, если Карвер. Если поведаешь о нашей тайне, вечные муки ожидают твою душу. Ах ты урод. Ты ведь разумеешь, не так ли? Злые слова не покинут мои уста. Или хоть слово, хоть полслова молвишь. Об иных делах я приду к тебе во мраке самой темной ночи и навлеку ужасное возмездие. Преподобный, пора начинать. Минуло много времени. Ступай к родным. Это что за херня? Я призываю суд и доброго судью не поддаваться на уверение обвиняемой. Дьявол – отец лукавства. Все его слуги рядятся в невинность. Иного им не дано. Смиренно клянусь перед Богом. Не совершала деяний, в коих меня обвиняют. Замолкни, Эми. Ну и что нам делать? Ну не звука, во-первых. Давай. Сидеть тихо. Просто посмотрим. Узнаем, что будет. Помилуй, преподобный Карвер. Но я не верю, что соседи мои, кто знает меня, скажут супротив меня. Им все ведомо. Ведома моя добродетель. Я не попадусь в паутину твоей лжи. Дьявол укрывается там, где его ждут менее моя всего. Моя жена не игрушка дьявола, преподобный. Молю суд простить, но от слов не откажусь. Моя супруга невинна. Я призываю досточтимый суд оставить без внимания речи мужа, чей дом сплошь пропитался серным зловонием. Вот так вот. Куда? Давай сюда. Я чувствую хлад внутриной. Что за происки демонов? Зверь обратил на нас злонамеренный взор. Меж нас его слуга. Что за... Не вмешивайтесь. Сие мнимое свидетельство супротив меня — лишь злостный наговор. Ежели снизошла на нас тьма, правлю свет Господ. Нет! Мэри?
Мэри, сестра, что с тобой? Что творится? Что сотворила ты с чадом? Ты вовлекла невинное дитя в сговор с дьяволом! Бедняжка словно одержима! Что твоих рук дело! Это ложь, преподобный! По что ты так не взлюбил меня? Мы узрим всю правду! Эми, коснись Мэри! Поглядим, что будет! Ежели я прав, твоя длань исцелит ее от напасти! Что с тобой? И докажет суду, что ты ее околдовала! Оставьте ее! Чьи слова? Кто здесь? Боже, храни нас! Помоги мне! Среди нас! Хозяин тебе не поможет! Все кончено! Это кто такой? Инквизитор, походу. Они среди нас! Они среди нас! Нет! Нужны ли еще доказательства тому, что дьявол поселился в Литл Хоуп? Молитесь же! Ибо дьявол ныне подле вас. Любовь Господа спасет нас. Чё за херня? Что это была за херня? Это взаправду? Суды над ведьмами были сотни лет назад. В основном более 300 лет назад. Как мы тогда это увидели? Боюсь, я не способен это объяснить. Эта женщина была так на меня похожа. Как такое вообще возможно? Когда вы мне рассказали, я думала, вы шутите или преувеличиваете. Но увидеть эту женщину своими глазами было очень страшно, правда? Ну вот-вот. Я бы сам охерел, наверное. Ну чё? Всё? У этой девочки был какой-то припадок. Непонятный. Как это... думаете, в чём дело? По-моему, не знаю даже, честно говоря. Я знаю эту девочку. Это ее мы с Анжелой видели в лесу. Та женщина, мой двойник. Что будет, если ее признают виновной? В Литл Хоуп осужденных ведьм всегда ждала жестокая смерть. Утопление, повешение, сожжение. Будем надеяться, что ее признают, точнее, признали невиновной. Да, очень часто женщин обвиняли злонамеренно. Завистники или же гнусные лжецы, как эта девочка. Всякие подонки, которым лишь бы испортить жизнь своим соседям. Ну вот, не знаю даже, честно говоря. Я вообще-то согласен с ним, бля. Согласен. Девчонка точно знала, что делает, когда подставляла Анжелу 2.0. Та женщина, мой двойник, была так подавлена, просто в отчаянии. Да, смотреть было тяжело. Я еще кое-что заметил. Ее муж был похож на вас, профессор. Пара возле девчонки была очень похожа на Дэниела и Тейлор. Да. Да что все это значит? Кто это? Эй, профессор! Вы там? Ладно, идемте. Тейлор, мы здесь! Не получается дверь открыть! У нас тоже. Похоже, заперто. Давайте все наляжем на ручку. И 3, 2, 1. Да ладно, так жестко. Тейлор? Профессор? Нашли что-то, что нам поможет? Ничего, что могло бы помочь. Ну вот, глянь. Прикольный. Поверить не могу. Я видел этот брелок во сне. Это уже странно. Не только странно, но и важно. Знать бы, почему. Все еще думаете, что стоило разделиться? Думаю, я готова рассмотреть теперь и другие варианты. Рада, что вас это веселит.
Лично я думаю, мы по уши в дерьме. Знаешь про своего двойника? Ее обвинили в колдовстве. Не только обвинили. Судили, признали виновной, приговорили к смерти. Надо узнать, что грозит этой женщине. Что произойдет с ней дальше. Идея неплохая. Но как мы сможем это узнать? Туда мы уже ходили. Возможно, ответ скрыт в одном из неизведанных направлений. Давайте вы сами решите, куда надо пойти. Ну что ж. Мы здесь. Это просто безумие. Мы понятия не имеем, во что влезаем. Ночка выдалась адская, но мы точно справимся. Кто бы мог подумать? Под личиной ботана скрывался герой. Да ладно, какой же он ботан? Потопали, чё, господа? Нормально. О, в туманчик. Обязательно. Как же иначе? Ну, Джон так Джон. Но за Эндрю мне нравится больше всего. Не знаю уж почему. Почему-то. Опа. Это куда? Видимо, никуда, да? Да нет, куда-то все-таки ведет. Дом какой-то. Хорош. Осматривай. Это водила. Заключенный? Прикольно. Ну и вот какого хрена, собственно. Так, мышка, твою мать. Блять! Ёб твою мать, дурак, ты зачем сюда... Ой, блядь. Баран, блядь, зачем ты пришел сюда? Да страшно же. Ёб... Пиздец. Да... Нахрен так пугать. Как тебя там, твою... Дэниел. Ну нахрена. Я понимаю, что нам, скорее всего, вперед. Но мне же интересно. Я хочу все осмотреть. Не идет туда, в кусты. И сюда не поднимается. Очень зря. Я бы посмотрел. Вот, конечно, тут же что-то есть. Это что, памятник? Осматривай. Тилли Джонсон. 200 лет назад. Ну вот какое 2? Я нажимаю 2. 2 вообще ни о чем. Это не 2, это я мышкой вообще дергал. Тейлор, взгляните на это. Это вы, Тейлор. Это что за нахрен? Что это такое? У вас здесь есть родня? В этой дыре? Нет уж. Почему эта странная хреновина на меня похожа? А теперь еще раз, кто такая Тилли Джонсон? Писательница погибла, ух ты, после первого романа. Вот так вот. Ну и ладно, погибла и погибла. Главное, чтобы мы тут не передохли нахрен все. Было бы печальненько. Опа, хорош. Вам кажется знаком этот мост? Мне вот кажется. Ну я так понимаю, что дальше только вперед. Осматривать тоже вроде как нечего. Ну нечего и да ладно. Дальше потопали. Опа, мостик, разваливающийся уже очень жестко. Ни хрена не вижу. А! Боже! Вода черная. Не хочу к ней приближаться. Ну только QTE тут не надо придумывать. Вы чё? Ага. Вот так, значит. Значит, все-таки пойдем, да? Кто первый? Профессор, вы твердите, что вы главный, так что... Ладно. Ну да. А это безопасно? Нет, ни разу. Не бойся. Мы с профессором тебя быстро переведем.
Ну да, мы вас переведем. Ну потопали. Да ладно вам. Чё встал? Вот правильно, отойдите нахрен. Так, я понял, минус два. Как Боже, всегда. Что же делать? Согласен, Давай вперед, скорее. Поехали. Здорово. 8-9. Да хорош, блядь. Опа. В году 1692 мы собрались, дабы засвидетельствовать праведную казнь. Нет! Эми признана виновной в связях с дьяволом и будет утоплена как колдунья. Помолимся за упокой ее души. Я не делала дурного. Я не ведьма. Я не заслужила смерть. Молю тебя. Я не знаю, как помочь. Скажите, что сделать. Молю, сэр. Смилуйся. Спаси. Спасай твою мать. Рука зачесалась. Дьявол подле нас явился к своей слуге. Он освободит ее от цепей. Айзек, завершим же деяние поскорее. Воля суда должна быть исполнена, покуда не поздно. Дьявол дает ей силы. Свяжите ее покрепче. Че за мясо творится, а? Вы не вправе. Айзек, я невинна. Исполни волю суда. Отправь ведьму к ее хозяину, покуда он не пришел поздно за нами. Литл Хоуп не спасти, он погряз во тьме. Но в том повинно не колдовство или пришлые демоны, он гниет изнутри. Загадки тебя не спасут, женщина. Ну не загадки. У дьявола много обличий, кому как не тебе знать. В Литл Хоуп он скрылся под покровом невинности. Под личиной дитяти, обвинившей меня. А я говорил, что она тварь. Жива, Литл Хоуп не обрящет спасение. Вот твое зло, преподобный. Меж вас самих. Айзек. Да ладно тебе. Грёбаная мелкая, слушай. Ну все. Отъехала, конечно, блядь. Пиздец. Первый пошел. Капец. Дитя, короче, конченое, судя по всему. Я видел, что она как-то так... Хопа, типа, резко. Когда на припадок у нее, блин, был. Вот тварь мелкая, а. Что там было? Ну же! Не знаю, как сказать, что я увидел. Вашего двойника в цепях столкнули в реку. Утопили. Здорово, да. Вот это, блядь, поворот. Ладно, я первый. Ладно, вы двое, спускайтесь. Дитя, короче, конченое, серьезно.
Что это за тварь? Где? Алло. Что это такое? Убегайте! Бегите! Валите оттуда! Осторожно! Черт! Не бросайте меня! Сука! А? Помогите мне! Сейчас, сейчас! Я вернусь за вами, Джон! Держитесь! Ну же, хватай мою руку! Подпрыгни и хватайся! Ладно, я верю тебе. Ты чего? Сложно как, а? Джон, ты жив? Ну, до свидания, урод. Это, походу, Анжела это, да? Которая 2.0. Как уж ее там звать? Здорово, бля. Все выжили, все красавцы, всех спас. Пока что. Да, судьба Анжелы была на волоске. Её а то. Чуть не постигла участь хуже смерти. Да ты что? Смерти нет. Ничего такого ужасного. Отлично. Пока обошлось без жертв. Да-да-да. Все могло обернуться иначе. Угу. Учитывая, как поднялись ставки, тот пистолет мог спасти кому-то жизнь. Не так ли? Или отнять ее. У юноши есть интересные теории. Или и у меня есть. Или вы поддерживаете теорию Дэниела? Что все они мертвы? Не, херня. Вот смерть пришла, но сон мой не прервался. О, что за буря поднялась в душе! Мне снилось по безрадостной реке угрюмый лодочник. В стихах воспетый меня повлек в обитель вечной ночи. Думаю, это возможно. Может, водитель что-то прояснит? Вам, наверное, совершенно ничего не понятно. Ну почему же? Призраки, ведьмы, демоны и смерть. Что, скажите на милость, может связывать все эти души? Думаю, мы это выясним. Обязательно. Мелкая падла. Я получил разрешение дать вам одну подсказку. Хотите? Ух ты. Ну давай, ладно. Ну что ж, мы с вами еще раз обратимся к Барду за тайным наставлением. Я встречал, да. Я же встречаю всех. Акт 5, сцена 1, в которой Клеомен умоляет Леонта простить себя за смерть Гермионы. Пора вам поступить как небо, которое простило вас. Забудьте то, что позабыли боги. Прекраснейшая подсказка. Идите же, вам нужно продолжать. Как бы ни было страшно. Да, потрясающе. Просто вообще, подсказка от бога. Как хорошо, что... Можно было с таким же успехом сказать нет. Спокойно сейчас. Стойте! Что это была за грёбаная хрень? Никогда такого не видела. Оно как... Выползла из кошмарного сна, видели? Видели, страшный, видели. Жуткий рот, мертвые пустые глаза. Главное, его больше нет. Я уже думала, оно меня схватит. Я чуть не сдохла. Ты напугалась до смерти. Мы тоже.
но нам удалось свалить оттуда. Потому что я молодец. О, да. Слава богу, мы целы. Мы в безопасности. Эта тварь, чем бы она ни была, все еще где-то здесь. Может, дышит нам в затылок? Че скажешь? Она была в цепях. Совсем как женщина, брошенная в воду. Это верно. Это же не просто совпадение. Да, похоже на то. Ты видел, что случилось с Тейлор и Дэниелом? Нет. Они должны быть близко. Опачки. О, сзади, я видел. Пойдем сзади, видел. Уже. Видел, падла тварь. Все, спасибо всем, кто смотрел. Это было Little Hope, темные картинки. Я охерею просто. Как же это все-таки круто, а? На канал подписывайтесь, лайки ставьте. Пока что всем удачи, всем пока.